Все, дорогие друзья, было у меня 20 тысяч кубков, и не стало у меня 20 тысяч кубков. Просто за 9 место уже дают 0 трофеев. Все, я просто тильтанул по черному, посмотрите, 1560 кубков, просто все потеряно. Это конец челленджу 30 тысяч трофеев. Друзья, ну прежде чем мы перейдем к теме ролика, я хочу вам напомнить, что послезавтра уже будут итоги на мой топовый проект. Пожалуйста, успей забрать этот проект абсолютно бесплатно. У меня здесь есть абсолютно все леги, все мифики, ну кроме Сэнди. Посмотрите, какой фуловый, практически прокачан аккаунт. Он вообще, видите, не тронут, как бы, это путь Шелли. Здесь есть все, 14,5 тысяч кубков, все персонажи, легендарки, все, что тебе надо для жизни, все здесь есть. Не пропусти такую халяву. Если ты хочешь узнать, что надо сделать, чтобы абсолютно бесплатно поучаствовать в розыгрыше, просто выполни вот это. Друзья, для того, чтобы принять участие в этом крутом розыгрыше, необходимо всего лишь скачать TikTok. Но только это нужно сделать строго по моей ссылке в описании. Только тогда ты будешь участником конкурса. После того, когда установил, обязательно находи меня по нику, который видишь на экране. Подписывайся и под конкурсным видео ставь лайк и оставляй свой комментарий. Всем удачи в конкурсе, пусть победит самый везучий. Внимание, друзья, у вас обязательно должен быть новый аккаунт. Я проверял статистику, и много людей скачали уже повторно, то есть зарегистрировались и подписались уже повторно. Найдите гаджет или телефон, где нету ТикТока, либо же установите его через какой-то эмулятор. Заморочитесь, потому что многие не попадают под участников, так как они уже были зарегистрированы, поэтому скачивай. А также еще дополнительный бонус, я сегодня и завтра на стриме буду раздавать гемасики в эквиваленте, чтобы вам были возможности в эквиваленте денег, чтобы вам задонатить. Поэтому участвуйте, приходите на стримы и получайте бесплатно дончик через ТикТок. В ТикТоке буду выдавать, поэтому найдите телефон, где не было ТикТока, и скачайте по ссылке. Итак, дорогие друзья, ну что ж, я хочу вам представить безумие, которое происходило на этом аккаунте. Давайте мы зайдем в лог поединка и посмотрим, когда последний раз у нас были победы. Поражение. Ребята, на протяжении месяца на этом аккаунте не было ни одной победы. Здесь тупо были поражения. Это не основа, друзья. Но здесь было 20 тысяч трофеев, дорогие. Ай, господи. Здесь было 20 тысяч трофеев. И полностью все слиты кубки. Просто по максимуму. Ниже этих кубков слить нельзя. Даже если ты 10 место займешь, тебе дадут 0 трофеев. Самое меньшее количество кубков, сколько можно слить, это 48 кубков. 48. Ниже этой планочки ты просто-напросто не опустишься. Это невозможно. И вот здесь на всех персонажах это количество кубков. Ну, 49, у кого-то 48. То есть, как получилось. Это жесть. Вот причастник этого всей движухи, привет, это, собственно говоря, Роман Медведь Плей. Кстати, вместе с Вульфменом занимались они подобной дичью, дабы я записал об этом ролик. Ссылка на Вульфмена будет в описании, который помогал. Роме тоже будет ссылка в описании, чуть пониже там. Вот, потому что Рома свой пиар уже получал, а вот Вульфмен, который помогал, еще нет. Поэтому подписывайтесь, поддержите его. Короче, что мы сейчас сделаем? Это, я реально думал, знаете, может реально... У меня есть еще чел, который хочет слить 30 тысяч трофеев все до нуля. Я говорю, не надо, это бред, это, ну это же... Вы представляете, на это тратят больше времени, чем на пуш кубков. То есть чел потратил... О боже, просто жесть. Я не знаю. Чтобы слить вот эти трофеи, ребята, надо в ШД... Ну, либо без перестану неделю 24 на 7, либо вот в таком вот легком графике целый месяц. То есть их слить максимально нудно, тяжело, скучно, затянуто, просто... Это реально сложно. Вот давайте я сейчас возьму самого... Вот у кого 49 кубков? Вот возьму сейчас, допустим... вот у кого 49 кубков? Ну, у кого мало хп? Вот давайте Барлея, да, возьмем Барли. У него мало хитпоинтов. И попробуем сейчас просто проиграть. Не понял. А, Марк приглашает. Вот просто попробуем проиграть. Вот вы сейчас увидите, у меня просто-напросто это не получится сделать. Это невозможно. Это настолько трэшово, блин. Ну, посмотрите сейчас. Смотрите, я пока найду цель, чтобы меня убили, уже кто-то сдохнет. Смотрите. Убивай меня. Убивай. А нет, смотрите, убью. Давай, убивай быстрее. Быстрее! Быстрее! Ну давай, я отхилю. Че ты, куда? Ну ты
слышу, придурок, уже кого-то убили, быстрее. Вот тут настолько странные игроки. И вот смотрите, вы думаете, мне дадут минус? Нет, мне дадут ноль. Но опять же, это не десятое место. Давайте я вам покажу, что будет, если я пойду, десятое место. Попробую. После этого мы сейчас по фану возьмем какого-то самого сильного персонажа и попробуем установить рекорд в катке. Мы попробуем сделать рекорд, чтобы выиграть катку. Не знаю, получится или нет, поехали. Блин, пожалуйста, только убейте меня. Убейте меня, кто-нибудь. О, Барли, Барли, убей меня, Барли. Я вот, убивай, давай. Ну, давай. Ну, быстрее. Еще, и тычку. Опа, я сдох десятым, блин, повезло. А ну, чекаем, сколько дадут кубков? Ноль! То есть, чтобы слить 48, это надо, чтобы у тебя там было, около... полтинник с чем-то там. И десятое место надо занять, и тогда у тебя получится там минус 3 дадут или сколько. Короче, это жесть. Дальше невозможно ни одного персонажа слить. Вот я вам сейчас покажу. Все, абсолютно все персонажи слиты по максимуму. Ребята, просто за старание, просто за потраченное время поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну реально, ну это очень было сложно слить все трофеи. Целый месяц мы данный проект пушили вниз. Представляете, у меня основа. Вот у меня было два проекта. Основа сейчас я пушу вверх, а этот проект пушился вниз одновременно. То есть, как бы, понимаете, да, что и то, и другое дается нелегко. Но результата достигли. Опять же, можно, конечно, в общих трофеях спуститься еще ниже. Но, опять же, это если, допустим... Кстати, еще не все персы на аккаунте. Это еще не все персы. Итак, кого можно взять, чтобы поставить рекорд? Кого? Кто у нас такой самый имбовый? Джеки, имба, но если есть гаджет у нее, сейчас посмотрим. Да, нет у нее гаджета. А кого взять? Надо самого фулового. Давайте самого фулового и по-быстрому. Ну это Шелли, это Шелли. Что Брок, а чем? Брок, ну подожди, а чем Брок самый быстрый в плане убивания? Нам надо так, чтобы просто, кто самый такой урон наносит? Ваншотил, Биа будет ваншотить всех на 10 силе. Да, я думаю, я тоже думаю, Биа. Ну что ж, ребята, вот сейчас просто будет пушинг обратно вверх этого аккаунта. Реально, момент запечатлели. Еще раз, рекорд был 20 тысяч. На данный момент 1560 кубков. Это жесть. Фух, ну что ж, готовы? Я даже могу вам сказать, кто решил слить 35 ранг на 0. Гарда. Просто безумец. Ну что ж, поехали в бой. Готовы? Сейчас, как только начнется катка, сразу засекаем время. Итак, поехали. 44 было секунды, засекаем. 7:44 было, потом посмотрим сколько. Понеслась. Интересно, поставим рекорд или нет? Ну блин, на самом деле по банкам мы не будем быстро. Сейчас. Тебе они не нужны. Нужны, хотя бы одна банка нужна. Так, все, поехали. Прикинь, я сейчас сдохну. Блин, где вы? Быстрее ко мне. Срочно. Срочно ко мне. Ко мне. Следующий. Так, 15 секунд прошло, плюс... Так, 30 секунд прошло. Аннигиляция. Быстрее. Блин, не, ну это не самая быстрая катка. Надо попробовать другого перса взять. Самоубийца. Да блин! О, 8 хп оставил. Так, да блин, почему так долго? А, сейчас уже будет минута ровно. Ну это ж тебе не карта, все или ничего. А, да, на фофе, блин, с коктейлем было бы гораздо быстрее. Так. Все, больше минуты мы играем уже. Блин, придется робота... Да не, робота буду долго дамажить. Да все, короче, это... Не, био не вариант. Может, какого-то скоростного перса, допустим, Макс или Леона? Кто думаешь лучше? Леон. Ну, Макс, ну, блин. Леон лучше. Леон лучше, да? Больше урона. А с ним и убивать не получится. Так, ну сейчас. Просто 600. Ну смотри, эта катка длится минуту 30 секунд где-то. Полторы минуты. Я сейчас еще не первое место возьму. Не, первое место. И сколько дадут кубков, как вы думаете? 10. А, 10. Это первая победа за текущий месяц. Ребят, на этом маке. Давайте сделаем следующим образом. Возьмем Леона, попробуем на нем. На Сэнди, ой, на Джеки было бы супер быстро, но... Поехали. Тут нету пассивки скоростной вот этой. Ну да. Что, ну да, ну тогда да, не прикол на Леоне. Ну сейчас попробуем Леон. Так, поехали. 57 секунд, понеслась.
9.57 было. Так. Я чуть не сдох. Так, ну меня Джеки может убить. Я сейчас умру. Да я сейчас умру. Да шо, ульта ничего не дает. А у тебя пассивки нету на хил? Ну видишь, нету скоростухи вот этой, которая. Но это побыстрее катка. Прошло 35 секунд где-то. Так. Эль Примо. Так, так, так. Так. Сейчас возьмем Макса. Мне кажется, на Максима рекорд поставим. Так, итого прошло. Ну, чуть меньше минуты там. Где-то секунд 45 прошло. Окей, окей. А давайте. Мортис. А? Мортис. Мортис-то, ну. Не, мне кажется, лучше взять Макса. Я думаю, Макса взять. Где он есть? Он есть вообще? Она. Макс, это она? А, ну ладно, она. Макс, это она. Максим. А Сэнди это он. А понятно? Сэнди это он, ясно, да. Сэнди это девочка. Он. Сэнди это он. Сэнди, он? Да. А Макс это она. А, да, да. Сэнди мальчик, да? Да. О, господи. Не, Сэнди девочка. Сэнди мальчик. Сонный Сэнди. А, ну это он, да. Так, и что толку, что я взял Макса? По-моему, ничего не происходит. Не. Не получается. Надо, может, в другом режиме попробовать, там, ворон. В 3 на 3? Ворон же может ТП-шиться, ну, типа, Ворон, у него урона немного. Ну, зато у нас же как? У нас фуловый АК, 0 кубков сейчас получается. И это... Ну, я не знаю, может, метателем каким-то? Не-не-не, Макс точно. Ну, хотя, смотрите, катка быстрее закончилась. Я, кстати, не засек время. Это быстро, это было... Не, слушайте, пуш будет интересный обратно, но при этом... Блин, если этот ролик соберет 300 тысяч лайков, я солью основу. А я уже когда-то так говорил, не, не надо! Кстати, набрали, я не слил основу, я помню. Мистер Пи, 0 кубка, вообще нулина. Ну кто у нас? Кто у нас еще такой? Дэрил. Дэрил, да ну не... У кого урон прям такой сногсшибательный на фуле? Эмс. Mm-mm. Знаете, что можно попробовать? Можно попробовать вот так и вот так. Смотрите, что сейчас будет. Это будет сейчас рекорд. Так, поехали. Оп, 56 секунд, поехали. За сколько мы... А, подожди, что я делаю? Тут же есть тайм-аут. Ой, тайм. Стой, забери мяч. Так. Не-не, это уже не рекорд. Да не, меня это не убьют. Так, матч начинается в 2.30, да? За 20 секунд. Не, ну в принципе это быстро-быстро. Да, тут в 3 на 3, короче, проще всего. Да ё-мин-мин-мин-мин! Ну вы видели сами все. О! 32 секунды. Ты что делаешь? Не, ну в некоторых делах я прям долго-долго могу. В общем, дорогие друзья, такой вот получился ролик. Надо было, наверное, весь процесс слива снимать на видео, чтобы это было... Чтобы вы прочувствовали всю боль. А боль вся заключалась именно в том, что целый месяц сливались кубки. Целый гребаный месяц. Ладно, я надеюсь, что больше безумных таких идей не будет. Хотя, если 300 тысяч лайков наберете, то кое-что подобное еще замутим. Но это невозможно, я специально поставил 300 тысяч лайков, чтобы вы их не набрали. Вы же возьмете и наберете. Участвуйте в розыгрыше, скачивайте ТикТок. Приходите сегодня на стрим, будет раздача гемасиков, чтобы, ну, раздача на донат, чтобы вы смогли себе задонатить на гемы. Приходите, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Скоро увидимся сегодня на стриме. Всем пока, друзья.